Наших по своим стреляем! Блин, быстрее! Доберемся до заложника! Куда? Давай к воротам! Да, это Мага! Какого хрена тут происходит? Барера посылает сюда подкрепление. Черт, можешь лезть в одной из этих птичек? Вероятно. Давай, это нам нужно. Свои, свои! Эй, вы Мага, да? Так точно, идем к Капитолию. Как далеко до Капитолия? 6 кварталов, но тут потом. Атак! Внимание! Ворох там приказы. Ёбаный генерал, ни хрена не знает. Эй, сюда! Там, это Мага. Доложи обстановку. Вот они, пара бить юга от Капитолия. Приготовься, поддержишь нас огнем. Понял. Каков план, генерал? Молодцы, средний день, не больше, чем наш. Надо еще встать. Yeah!
Изучаем цели. Возле входа, Сам. Пострадавшие. Кто? Какой код? Да ты издеваешься. Раса Анамана Хеликоптер. Тега, вот муна. Можешь залить на крышу? Так, давай на крышу и подай сигнал дымом. Мы найдем отряд Браво и начнем переговоры с похитителями. Что мне делать? Мы заходим и освобождаем заложников. Если ничего не делать, они трупы. Принимаю командование на себя. Переключите рации на 1-4. Приказы только от него. Мы идем за заложниками. Мне понадобится пара твоих лучших ребят. Тикау, Атикау. Сумама хаю хамана. Мы идем слева. Твой отряд идет справа. Внутри встречаемся. Все ясно. Вперед. Рич, ты со мной. Думаю, мы можем там зайти. Отлично. Сюда! Идем к заложникам. Понял. В комнате чисто. Рич, коридор. Давай!
Чисто! Да тут тупик! Собраться у стены. У нас на втором этаже свои! Не палите почем зря! Понял, капрал. Этажом выше! Вперед! Гуду! Мака-1 идет к месту расположения заложников! Готовы! Цель справа! Готов? Все чисто! Успокойтесь, мы вытащим вас отсюда. Гуду, это Мазер. Где там мои лодки? Мазер, мы вас видим. Часы тикают. Либо сейчас, либо никогда. Понял, Гуду. Идем к вам. Верхний этаж налево. Двигай, двигай! Паладин-1, это Мазер. Направляемся к точке сбора Альфа. Понял вас, Мака. Вперед! Акра 12 попали! Си-2, большое количество солдат противника на реке. Можем прикрыть отход Мако. Вот, поехали! Бричер, становись за гранатомет! Побыстрее! Да, все сели, поехали! Мака-1, Си-2, Паладин-1 идет к точке Альфа. Сигнал будет один. Понял. Мазер, прикрывай. Тут везде обузаяновцы. Смотри, чтоб заложники не высовывались. Я понял, буду. Паладин-1, это Мака-1. Движемся к основной точке эвакуации. Понял, Мака-1. Паладин-1. Буду в сутки вылететь. Пока.
дерьмо. Держитесь, у нас тут, походу, тупик. Сзади, мы тебя вытащим. Все понял, Дудо. Иду влево. Черт, парень ранен. Рок, не останавливай. Иди над собой, там. Понял. Мы уже почти на месте. Держитесь за нас, сюда. Понял, паладин один. Я в порядке. Тихо, пригнитесь. Буду, мы у вас сзади. Рассказывай все, что видишь. Ясно. Жми на газ, брат. А то нас тут всех перещелкают. Цели на мостову. Держитесь левее. Впереди обломки. Резко направо. Вперед, налево. Цель на верхнем этаже. Мазер, шевелись. Ближе, не теряйтесь. Жми на газ, три. И-2, это Мазер. У нас один тяжело раненый, два средних. Готовьте медика. Цели на мосту. Давай, Кричер, быстрее! Идите слева от контейнера воза. Мы почти в точке «Браво». Мако, готовьтесь к выходу через точку «Браво». Вас понял, паладин-1. Вертолеты, за вертолетами! Паладин-1, у нас на борту трое раненых из своих. Один критический. Понял вас, Мако. Ну уже давай, Макро, давай сюда быстрее. Все нормально. Вы с нами. Мы везем вас домой. Паладин-1, нужно улетать. Нормально, зацепились. Давай, давай. Вас понял. Си-2, это Паладин-1. Макро, у нас один ранен тяжело, два средние. В 5 минутах. Нам нужны носилки. Поняли, Паладин-1, в режиме ожидания. Это секретная программа. Наше новое совместное предприятие с Лэнгли. Они назвали его отряд Blackbird. Мне нужно время. Поправляйся, но не тяни. Мир меняется прямо у нас на глазах. Похоже, у Воду и его парней будет много работы. Да, он тоже в деле.